Так начинается обычный рабочий день жительницы Сан-Паулу Фабианы Силвы. На свою тележку она складывает то, что пропустили мусороуборочные службы. Она одна из многих в Сан-Паулу, кто очищает улицы 200-миллионного мегаполиса и сдает мусор на переработку. За 400 килограммов отходов она получает 100 реалов, 32 доллара. Это ее дневной заработок. На эти средства растит 3 детей и сама получает образование. С гордостью говорит, такие, как она, спасают миллионы деревьев. Ведь тонна переработанного картона сохраняет от вырубки 22 дерева. Мы должны очистить нашу планету для наших будущих правнуков, наших детей, наших пра-пра-пра-правнуков. Я много хожу и вижу, насколько город грязный. Это особенно видно, когда идет дождь, и вода стекает в сточные ямы. Фабиана сбежала из дома в 7 лет, потому что над ней издевался отчим. Она оказалась в печально известном районе города, где открыто торговали наркотиками. Вскоре и сама пристрастилась к крэк-кокаину. Свою жизнь на улице называет 16 годами ада. Но женщина решила не сдаваться. Говорит, ради своих 3 детей бросила наркотики и закончила среднюю школу. Я очень счастлива. Это моя победа. У моей мамы было 12 детей, 8 из них живы, и никто из них не закончил школу. Я в процессе становления. Кто знает, может, скоро я смогу получить и высшее образование. Это здорово. Фабиана планирует не только продолжить учебу, но и дать образование детям. Пока же продолжает толкать свою тележку, делая родной город чище.